Всем привет! Меня зовут Макс, мне 10 лет. И это очередной эпизод рубрики «Дорога к 80К». Увы, не могу много говорить, так как YouTube выдает это автоматически за детский контент. Обязательно пишите комментарии, я их все их читаю и отвечаю на них. Приятного просмотра! Que je recommence à zéro.
Ну вот и подошел наш эпизод к концу. Обязательно напишите свои впечатления о нем. Через несколько секунд вы сможете выбрать следующее видео для просмотра. Всем пока-пока!